Ой, что там такое горит? Наверное, то ли горит, то ли что-то происходит. А, вот там на озере что-то. Так, посмотри. Что это там такое происходит? Ты что-то задымлено все. Непонятно, что здесь происходит. Сейчас посмотрим. Представление, может, какое-то. Я тебя поправлю. Оказывается, фильм «Медиум» снимается. Вот так вот надымили. И типа медийные какие-то штуки происходят. Ну, ладно, мы хоть выяснили, что это не пожар, там никакой девушка хотел вызывать. Но не пришлось вызывать, это «Медиум» снимает. Всего-то. Так что если дым где-то, скорее всего, это не пожар, это и фильм «Медиум» снимают. Так что смотрите на наших экранах. Вот, смотрите, какой там диск. Ой, не вписался, мы сейчас мы пишем его. Но... не писал, сейчас пишем, кстати, сейчас немножко отойдем. По-моему, лучше будет. Вот так вот, если. Или вот так вот. Да, через очки как-то лучше он смотрится. Там вот видите, он вот. Сейчас сядет. Фокусируйся. О, сел. Все, я села. Ну все, к сожалению, фильма больше не будет, кино больше не будет. До следующего года, по всей видимости. Мы брали мои любимые штучки, о которых мы в начале лета говорили. Вот мои любимые штучки. Вот мои любимые штучки. Так и не покатался, так и не сделал фотку на ней. Да, все сложено, к сожалению, лето прошло. Вот мои любимые штучки. Вот мои любимые штучки. Да, к сожалению, все. До следующего года уже, если... Ладно, в июне, я думаю, здесь что-то начнется опять в следующем году. Не знаю. Ладно. Ой, здесь они что-то натворили. Чего себе вообще? Сколько ему лет? Сгнил здесь еще к тому же.
Сколько тут всего-то? Да, что-то много изменений. Еще гуляю здесь, вообще все здесь, конечно, изменилось много чего. Ну ладно.